Арсенал играет хуже и хуже, а Химки прогрессирует. По сути, в данных реалиях это матчи равных команд с непредсказуемым результатом. Поставлен забитые мячи в этой встрече. Возвращается Луценко. Хорошую форму набрал Мирзов. Является лидером клуба. Ничья со счетом 1-1. Если Ротор проиграет своему главному конкуренту на вылет, то чемпионат станет менее интересным. Я за то, чтобы Роттердам победил беззубую Уфу, и интрига сохранилась. Но последние встречи Уфа провела хорошо. Да и голы пошли. Сложно что-то прогнозировать. Думаю, Ротор одержит домашнюю победу. Сочи бьется на равных почти со всеми клубами РПЛ, а некоторых выносит в одну калитку. Тут еще и Нобо вернулся. Думаю, Спартак должен взять реванш за те самые 2-2 и доказать, что способны проводить хорошие матчи, а не только выигрывать на тоненького. Ставлю на победу гостей. Зенит очень неплохо атаковал в матче с Уралом и Боруссией. Я думаю, здесь это должно продолжиться. Динамо наткнется на играющий в свою игру Зенит. Динамо здесь придется играть вторым номером и ждать шансов. А они у них точно будут, и не раз. Зенит победит в один мяч, я думаю. Тамбов подавлен по известным всем причинам. И сейчас это самый лакомый кусочек в турнире. Рубин потихоньку оправляется от ряда травм и готов играть на победу. А тем более с таким соперником. Должны показать и хороший футбол, и взять 3 очка. Без вариантов. Одна из самых интересных встреч в туре. Две уставшие команды после ЛЧ. Но Краснодар с положительным результатом. И они играли сильнейшим составом. А Лока сберег Зулуиша и Краховика специально под эту игру. За быков будет стадион, а за москвичей контр-игра. Думаю, будет ничья. Две команды с атакующим стержнем и качественными специалистами в лице главных тренеров. Не могу отдать кому-то предпочтение, но думаю, будут голы. Скорее всего и в те ворота, и в другие. Опять забьет Бериша, а в Ростове Полос набирает ход и форму. Поставлю на счет 1-1. ЦСКА ужасен в Еврокубках. Второй год подряд провальный. Тут им надо сыграть с Уралом и победить. Крепкий соперник, но у армейцев есть Флашич и Инджуки, которые не летали с командой и должны быть свежи в этой встрече. Да и по голу каждый, я думаю, соврудят. Победа хозяев!